Всем привет, с вами Эдвин, вы на канале Мысли Геймица, и я буду играть в Субнатика. И Миланы, всем привет. Да. Загрузить игру. Так, тут их две. Ну, какую ты выберешь? А какую из них-то? У тебя этот, прохождение. Минуточку. Да? На, вот я... первая. А, вот это? Ну. Да. Я сейчас Эдвину воспользую. Со мной, что ли? Да, смотреть. Ну, хорошо, будешь со мной. Потому что я же учусь, как ты играешь. Да? Да. Да? Да. Что делаешь? Пойди так. Смотри, Эдн, проходит лайк. Тогда вот так типа проходит. Трин-дерин-дерин. Пам-пам-пам-пам. Смотри, смотри, так, смотри, лайк так. Все рушит. Рушите лайк. Я там в обморок упаду. Так. Что тут я? Где это? А где наш корабль? А вон наш корабль. Сейчас, подожди, все разогрузится. Наверху. А подожди, надо, чтобы все погрузилось. Рыбу он ловил. Так. Что рыбу надо? Лови быстрее. Быстрее мне надо еду сейчас быстренько рыбу собрать, а потом уже... А вон рыба. Так. Вот рыба. Она не рыба. Быстренько рыбы, значит, соберем. Да, да, да. Съедим да, да. Побольше. А вот она быстрее. Так. И сюда. И сюда. Куда ты выбегаешь там? Так, как там брать-то эту рыбу? А, к ней. А, F, что ли? Как ее брать, я уже забыл. Я не... Нажимай на нее. Она что-то быстрая. Так, и на Е, что ли, брать? Она не укусит тебя? Нет, конечно, это же рыба. F. Так, что-то я уже забыл, как рыб брать. Я тоже. Если бы я знала, какую ловить, я бы тебе сказала. Так, F нет. Ты чего там бесишь, рыба? Что такое быстрая? Так, с кислород заканчивается. Один. Ты помнишь? Успели. Я помню, что ты такая дерзкая. Угу. Так, а вот обломки. Это что такое? Это обломки. Инвентарь у меня забитый. Какой-то фрагмент нашел. И это. Так, надо нам быстрее к нашей базе. И что? Посмотреть. Может, у нас там еда уже есть. Может, я помню то, что я ее добывал. Да, и я. Ага, добывала это. Нет, я знаю, что ты еду взял. Добывала. Это я так. Знаю, что ты добывал. Так, как вообще зайти? А, все, понял. Мне пока надо. Надо. Так. Еда, еда, вода. Так, мы можем сделать нож и фонарик. Давай фонарик. Вот шар. И фонарик. Давай. Мне сейчас еду вообще надо. Есть еда или нет? Не знаю. Так. Короче, есть? Нож, давайте сделаем... Нож. Да, или фонарик. Ну, давай фонарик. Давай нож сделаем. Нож нам еще поможет. Рыбу убить, акулу может. Да, много чего может. Да, чтобы они остановились, так. Мы их поели. Так? А, подожди-ка, Семен, подожди-ка. Это же... Это же не та карта. Так. А это что такое? Это ножик? Подожди, какой-то фрагмент. Или как это еще называется? Или что это? Франкенштейн? Франкенштейн.
Ну, есть такой Барби, есть же там. Так, это нам не надо. Выкидываю. Вот это нам вообще не надо сейчас. Много места, оказывается, занимает. Так, мне надо кое-что найти. А где этот зуб? Какой зуб? Я же сейчас только что зуб нашел. Не знаю. Ну-ка, где он? Ладно, уж на этот зуб. Зуб пофигу. Ну, как бы, да. Потеряли, так и потеряли. Не видно. Рыба, самое главное, чтобы рыбу взять. Так, это не наш сервер. А почему? Это не наш, мы тут не выживали. Это не наш сервер. А я еду. Другой наш. Я на машине еду. Так. Так, вот он наш. Вот он. Походу. Я здесь. Там должно быть 170 с чем-то. Угу. Пистолет это что ли? Нет. А нет, что? Нет. А это что такое? Да. Это, короче, мы в космосе были и упали случайно в море. Нет, да. Да, нет. Нет, да. Не ладно, мы снимаем. В море упали, что ли? Да, видишь, мы летим вот так вот и в море падаем. Вот смотри, летим и вниз упали. Да, на море. Смотри, летим. Летим и на море падаем. Да, потому что закончилось, что ли? Нет, нас сбили. Это не тот мир. Сколько можно? Сколько можно? Это не наш мир. Наконец-то. Так, давайте, знаете что? Прикольнёмся. От чего? Чай на. Чай бери. Нет. Сейчас попробую посмотреть, что вообще на креативе. Чай, а мне больно было. Ну что ли? Я тебя трону. Что такое? Что такое? Я же, по-моему, нож такой. Ахух! Офигеть! Бамбук! Офигеть! А чё, бить? У нас уже это всё есть? Да. Смотрите, у нас типа это уже все есть. Бинокль есть. Да не то, что бинокль. На креативе, короче, может, значит... Я пошла в туалет. Создавать. Я в туалет пошла. А, тут, короче, создаешь себе всякие предметы. Я в туалет. Так, что это такое? Что я попробовала туалет. Какой-то предмет. Какие-то шары. А, он эти делает. Видите, вот так вот и делает. Может вообще камни сделать, видите? Потом можно копать. Что еще? В креативе. Это что это? О-о-о! Так, где этот? Осьминог еще. Сколько рыб? Вон он. Так, это что?
Вау. Это тащить можно. Сколько тут всего нового. Аж интересно стало. О, что это такое? Алло, что это такое? Вот этого я не видал. Чё-то не понял я. Вообще, как это, что это вообще такое? Я пришла. Всё, привет. Так, это получается... Чё, привет. Чё сделал? Не знаю. Птиц, что ли, отвёл. Тут что-то на креативе можно делать. Ничего делать, я не знаю. Дети, что ли? Короче, подобрали тут... Знаешь, что можно делать? Угу. Создаешь свой дом. Угу. Центр там. Угу. Ну, создаешь, короче, центр. Что хочешь, то и делай. Да. А вон он там на пляже, да, вертолет? Так, вот он, видишь? Ну, вау. Так, создаем. И вот можно поставить. Ну, куда? Ну, вот, допустим, сюда можно. А это что такое? Видишь, сделали. Что теперь это? Нажимаем на Е. А это что такое? Или что-то неправильно? Это клетка? Это клетка? А, вот, все. Ты что такое? Короче, такая база. Ты можешь на нее, наверное, залезать. Я так думаю. Ну, пошли, залезем. Это нам сначала лезть. А может, не залезем, а? Смотри, смотри как. Ну-ка, смотри как. Ну, давай попробуем. Ну, что я с ней делаю? А, вот, все, доделали. Так, какая-то шахта, говорят. Я тоже не знаю, что это. Что это такое? Шахта. Это шахта какая-то. Это можно залезть куда-нибудь? Лучше рыбы еще. Или кушать. Дверь какая-нибудь. Есть? Я знаю, рыбу. Мы тут бессмертными, мы можем рыбы не добывать. Чем? А, вот снизу тут, короче, проход. Шахта какая-то. Вау. Вот что сказали. О, как купаться и можно, тут что ли? Такая штука. А здесь купаться можно? Утопление какое-то тут. Офигеть, да? Я в такой давно не была. Я тоже. Когда купалась. Я еще даже такого не знала. А я не видела такого в нашей жизни. А, тут, короче, вот так вот ты делаешь всякие проходы. И чё? Ну, проходы создаешь. Чтобы ездить, да? Да, просто разные можно проходы создавать. Вот, видишь? Создали еще один проход. Так, залезаешь? Нет, это с другой стороны. А, это убирать. Что еще? Ну, пошли тут? Внутрь, проходим туда. Давай. Иди, это я могу так сделать. Так, что у нас тут еще есть? Труба, что ли? Это у нас ставится куда? Наверх. Может, не наверх. А может, и наверх. Ну, вот сюда, походу, куда-то ставится. Делаем. А, вот это что-то. И это у нас какая-то штуковина. Я тоже в этой штуковине можно сделать вот это. Чё? А, это у нас уже и так есть. Так. Что тут еще новенького? Посмотрим, давайте. Я тоже не знаю. Так. Я вот труба. Делаем трубу. Куда? Ну, куда-нибудь сюда. Нет. Так вот. А как проход? Ну, тут это сейчас. Я буду вот такие проходы делать же. Нет, нам вот сюда надо. Переворачивать надо. Нет. Вот как-то вот так. Во! Все. Так, что это такое? Рыба! Это не рыба.
тоже что-то. Это мы плавать можем. А, ездить на такой, да? Да, мы так ездить можем. Давай тут корабль оставим, а на нем будем ездить. Офигеть, это... Ну, давай туда нырнем. О, с этим можно, да? Офигеть, это, короче, тут наш корабль. И сюда можно ставить. Ага, ого. Я же говорил, клево. Да. И мы здесь сидеть. Так, это что-то неправильно мы сделали. Это у нас не то. Это я не то сделал. Это надо убрать. А почему? Знаешь почему? Почему? Надо вот это поставить. Сейчас посмотрю. Да, вот так ставишь. А мы корабль взяли? Сейчас я зарежу. А? А мы корабль взяли. Да не сейчас, сейчас не главный корабль вот этот. Корабль можно везде его взять. Мы создать же его можем. Видишь, тут проход вот такой делаешь. Вот, видишь? Какие проходы. И мы здесь будем плавать? Да, мы можем плавать, все делать. А здесь он плывет? Че? Он здесь плывет? Короче, слушай, мы здесь можем вот создавать... Что-нибудь. Ничего-нибудь. То, что надо. Сейчас я посмотрю. Если что-нибудь попадется. В смысле попадется? Ну, что там мы найдем, и попадется. Да, вот смотри, вот так вот идем. Идем поворот. Да. Да-да-да. Мы здесь все разложим? Еще... Да, можно тут разложить. Ну, давай разложим, что? Давай, что? Будет место, куда ложить, чтобы еще брать что-нибудь. Ох ты ж. Ну да, как бы. Вот. Еще сюда можно прятаться. Ну, думаешь? Ну, вдруг... Это у нас холодильник, да? Да. Холодильник. Будет... А, это у нас холодильник. Да? Да. Давай стул сделаем. Так, что... Стул. Нет, мы туда ложить пока ничего не будем. Еще что можно сделать? Так, это что это у нас? Давай посмотрим. Просто давайте изучим. Что это такое? Да, вообще, что это было? Вообще, мне похоже, это рюкзак. Рюкзак? Да. Мне нет, не кажется. О, что это такое? Да вот ножи создавать можно. А. Ой. Ну, тут, короче, ласты можно создать. Еще штуку. Такая штука. Это причем долго делать. Да, да, вот как раз мы все тут изучим. Это что я у нас знаю. Есть? Танк? Тут уже какие-то танки можем делать. Ну, давай создадим еще что-нибудь. А что ты хочешь? Не знаю сама. Этот костюм создадим. Костюм бывает еще. Да, костюм оказывается есть. Ну, что ты столько много берешь? Это, ну, я хочу посмотреть вообще, что есть тут. Изучить, что помогает, что не помогает. А что помогает? Ну вот, надо посмотреть. Что чуть-чуть хороший, что чуть-чуть не хороший. Ну да, типа того. Так. Так. Это походу сюда, нет? Не сюда? Нет, это вот сюда я знаю. У нас тут уже все круто. А, мы тут уже, в принципе, можем и не брать. Это же... Тут уже все крутое. Холодильник для вещей. У нас еще одна штука. Давайте ее тоже поставим. Офигеть, мне вот так нравится. И мне дома здесь. Это что у нас? А мне дома нравится здесь это. О, темнота, темнота. Тебе нравится темнота? Да. Мне тоже. Но не прям уж так сильно. Ой, темнота. Нам не страшно. Да, ничего не видно. Ну да, ничего не видно. Но здесь есть лампочка. Нет, тут лампочка. Я... Их, наверное, сделать можно, я так думаю. Конечно, можно. Ага, может и нет. А может да-да. Да-да? Да-да. Да-да. Да, я тоже хотела сказать. Да-да. 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 ГТА. Это, походу, кровать. Я так думаю. А я тоже думаю.
То, что это кровать. Это что это? Не знаю. Это кроватка. Да. А, встать? Нет, нам не встать. Ой. Это присесть, типа, смотришь так. Не, нам встать надо. Так, что еще там? А лежать можно? Надо сделать кровать, чтобы лежать. Да. Где сделать кровать? Не знаю. Тоже не знаю. Что это? Что это такое? Шкафчик. Шкафчик? Шкаф! Там писать можно. Это и наш шкафчик. Это наш шкафчик? Да. Не лайнер, да? Или свой шкаф? Это как типа того. Так, это что у нас? Аквариум, да? Почти. Его нужно ставить, прикинь. Аквариум? Да, аквариум. Что, смотрите, рыбочки. А где рыбы? Надо их ловить. И туда свать? Походу. Ладно, это мы поняли. Пони! Пони, ты чё? Ты смотришь пони? Есть же пони. Да, есть и что. Я смотрю